первые часы Нового года Умид Турсуматов попал на больничную койку офтальмологической больницы. В 2013 году он стал первой жертвой петарды. Травму глаза 9-летний ребенок получил от взрыва. Правда, сам мальчик не стрелял, а просто наблюдал за праздничным фейерверком. Теперь все каникулы проведет в больнице. Салют. С младшим братом вышли во двор. В меня попала искра от пиротехники. Я сам не стрелял. Диагноз у него – ожог первой и второй степени конъюнктивы, роговицы, кожи века. И здесь идет сочетанная травма, потому что еще это удар. Поэтому еще и добавляется контузия. Контузия средней степени. Из-за праздничного фейерверка на больничной койке попали и взрослые. Жителя Сайрамского района привезли в офтальмологию в новогоднюю ночь. 31 декабря после 12 ночи вышел на улицу. Все стреляли салюты, и искорка попала в глаз. Обратился в глазную больницу, врачи сразу госпитализировали. Соседом по палате он и провел первые часы Нового года. Тем более общая тема для разговора нашлась сразу. У обоих мужчин одинаково тяжелые травмы глаз. У них состояние сейчас глаз тяжелое, травма тяжелая, там контузия тяжелой степени. Плюс термохимический ожог идет. Офтальмологи Шымкента теперь в боевой готовности. Говорят, что зимние каникулы и приближающийся старый Новый год станут горячей порой. Правда, отмечают, начало 2013 года было относительно спокойным. Ведь при встрече прошлого года травмы глаз получили 7 человек.